Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Всем здорова, дорогие друзья! С вами по-прежнему Верфуни Егорыч и Буби. Добро пожаловать в игрушку под названием Human Fall Flat! Всех категорически приветствую, уважаемые дамы и господа! Всем хеллоу, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут пластилиновые прятки. И прятаться мы будем от Таноса! Мы супергерои Марвел, друзья! Я Железный Человек, Андрюха у нас... Доктор Стрэндж! Егорыч у нас... Спайдермен! Ну и Бобби у нас сегодня первый Танос, друзья. Первый враг, первый опасный. И вот такой вот у нас маничелло, который будет нас сегодня искать. Ну а мы, в принципе, уже, друзья, начинаем. Надеемся, что вы успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, ставьте сейчас, у вас вторая попытка. Ну что, погнали! Я бы сказал, полетели. Ну, полетели так полетели, пацаны. Давайте искать нычки. И Танос у нас закрывает глаза, а мы с пацанами идем... прятаться. Чё, есть, парни, идейки какие-нибудь, куда пойдем? О, сюда может человек-паук нас запустить? Опа! Стреляй паутиной. Куда? Ну вот, наверх, смотри, видишь, сюда можно залезть, наверное. Ну не знаю, Егорыч, ты будешь паутиной пускать, братач? Парни, закончилось. Ладно, все, кончилась паутина, понятно, хорошо. Слышь, не надо. Оп! О, а туда можно, кстати? Не знаю. А я вот сейчас пойду посмотрю, можно, не можно. Ну, не знаю, я, короче, потихонечку, походу, стыкался. Чё, парни, все готовы? Агась. Да. Ага, все, давай, Танос, выходи. Ищи нас, супергероев. Ищи нас, супермощных пацанов. Давай. Доктор Стрэндж первый будет. Почему? А ты щелкни, братанчик, может, мы по щелчку все испаримся. Сейчас щелкну. Оп, щелкнул. Все, ну где вы? Еще, братанчик, еще. Еще. Все, попробуй достань, ну Васик. Ну не, я-то достал, мне то труда не достал. Давай, попробуй. Я знаешь, как долго залазил на этот фонарь? Не хочу знать. Зеленый фонарь, братан, это. Ну, твой друг получается, а твой враг. Так, ладно, давай я, знаешь что? Такси. Андрюх, нифига тебя практически не видно за деревом там. Но он не поймет. Он не поймет, Андрюх. Слушай, а где Андрюха? Он понял. Андрюх. Спасибо. Извини, братка, но он понял. Нет. Но он понял. Нас не догонят. Сейчас догонят. А ты можешь залезть на него, не? Куда? Ну залезь на фонарь, ты зачем за мной гонишься? Я? Фонарный столб. Нет, я Бобби говорю. А я понял, ты крыса. Нет, Андрюх. Предатель. Я вообще-то железный человек, Андрей. Так, а где у нас Человек-паук? Наверное, на паутине забрался куда-то? Да, на домике. На домике. Давай, слезай. Андрюх, так ты еще мой коллега? Да, твой коллега, братан. А что, у нас Танос вообще лох, что ли? Да, он Человек-паук. А вон и Человек-паук я видел. Танос скатился. Танос, капец ты, нубас. Да? Ой. Он даже меня не поймал. Ой. А ну-ка, иди сюда. Я не долетел. Так ты чё, ты что, за Таноса? Нет. А, фух, наврал. Нет, Андрюх, ты нормальный или дурачок? В смысле, я нормальный? Ну так ты друг Таноса или мой? Я твой друг, но ты меня предал, получается, я друг Таноса. Там он, Егорыч, блин, бегает. А где он, кстати? Я не знаю, пойдем сныкаемся. Быстрее. Давай, погнали. Танос! А, я с Таносом встретился. О, это плохо, братанчик, это плохо. Танос, это бой. Давай к нам. Нет, не веди его к нам. Ты к нам беги. Да, я вас потерял всех, мужики, реально. Да? Фух, слава богу. Ну парни, да, сныкались сюда, быстро. Быстро. Давай. Доктор Стрэндж, быстро, здесь стоим. Да я паркур... Он за мной идет. Андрюха, уводи его. Мы не у воды. Они вот там, внизу, Бобби, спускайся. Андрюха, крыса. Да, Андрюха, крыса, мы наверху, Бобби, мы на доме. Да ты что, им не веришь, что ли, блин, да? Тут здесь, Егорыч, сваливаем. Человек-паук, бежим. Оп. О, успел. Нет, схватил. Ага, прям за попку схватил, крыса. Парни, на корабль успел. Не успел. Не успел, братасик, сюда вышел. Пацаны, а что это у вас там происходит? Остался, он сверху, ловите его. Нет. Лови. Нет. Опа. Нет.
Опа! Сюда! Нет! В общем, я всю работу сделал за Таноса. Он поймал меня, друзья, а я поймал всех пацанчиков, понимаете? А я хитрый ход сделал, поэтому синкабаут. Конечно, железный человек, потому что тоже жесткий, конечно. Ладно, друзья, вот такой вот у нас первый раунд. Ну что ж, Танос Овершоу вышел на поиски супергероев. Ну что ж, Доктор Стрэндж, Спайдермен и Халк, где вы сныкались на убасике? Куда попрыгал? Я сныкался там, где я сныкался. О, Диман, это... Чё? Зайди вот на летнюю веранду, посиди, ты там как раз мимо проходишь. Так, крыса, откуда идет информация о моих действиях? Ой, на корабле-то классно. Ого, это что там Халк забыл? Нифига себе, ребят! Вы видели, куда Халк забрался? А я высоту прыгнул. А каким образом ты туда залез, ну, Басик? А вот крушить. Таким вот. А я знаю. Это же Халк. Это читерский способ был, Бобби. Таким способом было нельзя залазить. Ладно, хорошо. Так, сейчас я найду сначала Доктора Стрэнджа, Человека-паука, а потом по паутине Человека-паука. А я могу тебе дать подсказочку, так сказать. Тебя найдем. По цеху. Ну? Не, слышь, знаешь, не слышал. Знаешь, где он? Где? Кто? Я могу сказать. Все, ну скажи. Бобби, заткнись. Скажи. Скажи. Не слышу ничего. Говори, Бобби. Нет, Бобби, не говори. Бобби, скажи. Нет. Бобби. А ты меня будешь ловить? Нет. Будет, Бобби. А что ты лезешь ко мне? Не будет. А как ты туда залез, Бобби, наверх, блин? Хорошо, давайте я дам подсказку, и ты не будешь меня ловить. Да, не буду. Андрюха на майке, короче. А, ну да. Так, это было вранье, экстра уровня. Нет, ну я тебя, Андрюха, вижу прекрасно. Не, ну я бы сказал Полундра, кстати. Ой, абордаж, карамба. Ой, подождите, простите. Парни, а где Бобис-то? Бобис ползет вон там, на здании. Бобис. На здании. Бобис на здании. Я Бэтмен, парни. Бобис на здании. О, так, заряжаем пушки. Бобис на здании, Полундра, карамба. Так, а ты меня видишь, да? Нет. А ты где? Ну ладно. Стоп, ты где-то близко? За деревом опять! Куда поплыл? Да, за деревом. Да, я там. Андрюх, ну что, ты уже выпрыгнул, нет, корабля? Я уже выпрыгнул, да. Да. Андрюх, все, выпрыгнул уже. Опа, поймал! А нет, сейчас поймаю! Халк! Сюда! Халк! Эй, а че вы ко мне подплыли? Опа, Халка поймал! Халка поймал, друзья, все. Так. Лодку убрали. Ага, Андрюха, блин, остался там. Сейчас. Бобби, ты ползи, а я буду ждать. Я на парус. Давай. Бобби, ты ползи. Да ползи, Бобби. Бобби, ты ползи, а я пошел наверх. О, я тут за вами наблюдаю. Так, там у нас еще Егорыч, но сейчас мы Андрюху, ребят, поймаем. Не-не-не, я на парус упадет. Ползи, Бобби. Бобби, я ползи. Да я ползу. Я руку сейчас... Бобби, ползи, я его ловлю, Бобби. Танос ловит Доктора Стрэнджа. Да там ловлю. Там. Вы меня не поймаете. Там. Тут я, давай, Бобби, ну ползи. Бобби, давай, удачи. Бобби, давай, Боббис, давай. Опа, спидрамен. Опа, Доктор Стрэндж, давай. Заплачь его. Опа, все. Заплачь. Плачь, малой. Так, ну и остался у нас, друзья, блин, Спайдермен, Человек-паук, Егорыч, блин. Ого. Чел-паук. Куда спрятался Чел-паук? Я? Тут за вами наблюдаю, смеюсь. Слышно было, как ты смеешься, кстати, прям капец. И где ты, блин, наблюдал? Вот везде, где только можно. Чё, крыса? Чего? Так. Он, короче, на крыше, понятно. На какой крысе? На какой крысе? О! А, Егорка! Кого я за вами ходил все это время в спине. Серьезно, ты за нами был сзади? Да. Сзади? Нифига ты красава, Егорыч, но все равно ты попался в лапы Таноса, и щелчком тебе я просто бью, щелбану по голове, по лбу. Ладно, теперь у нас кто? Андрюха, Доктор Стрэндж, стал Таносом. Наконец-то. Ну что, додики, вы готовы крушить этого Таноса? Мы готовы, Халкис, погнали, пацаны. Хагис. Ну погнали. Хагис, это же штука с яйцами тухлыми, не? Хагис, это подгузники. Хагис? Не, ну это шотландское блюдо. Реклама. Все, я спрятался. Да? А я нет. Ну сейчас, пацанчики, подожди. Пусть... сейчас я залезу. Я куда? Тоже. Ну скажи, где ты спрятался. Не, тихо, сейчас. Не надо залезать. Здорово. Что? А ты где? Я понял. Да я видел тебя глазком. Я понял. Где? Ну, а? В жопе. Че, парни, вы готовы все?
Ну все, я пошел. Ох, Танос у нас вышел, друзья. Супергерой Марвел против Таноса. Я Танос, вам всем конец. Давай, давай. Орет, смотрите, громко, да, устрашающе, но по факту, как мышь пищит. Че? Да просто голос у него сел, вот и все. А, тут Танос! О, нет! Кстати, я же зеленый, я могу сливаться с листвой. Ты сказал, что зеленок или что, я не понял. Зеленый. А, ладно. Зеленый, ну типа неопытный. Зеленок. Зеленок. Так, Андрюха, а меня будут поиски, Танос? Я произвожу поиск Человека-паука. Он почему-то какой-то неуловимый. Диман, а ты можешь мне намекнуть, где ты? А, ну все, парни, я теперь прислужник Таноса. О, все, помощник Таноса, Человек-паук, Человечек-паучочек. Человек-Халк, иди сюда. Парни, давайте, удачка. Так, чуваки, ну я на другом острове сразу говорю. Ты мне враг, ту-ту-ту-ру-ту-ту. Давайте, пацаны, удачи. Я на другом острове, парни. Окей, братан, окей, хорошо. Че, правда? Да поймай Бобби уже, пожалуйста, Человек-паук. Нет, не ловите. Я стараюсь. Не ловите. Не ловите, пацаны. Я весь раунд пишу в одном месте, это угар. Ну повиси. Ведь мы отрицаем. Как обезьяна в джунглях. Че, поймали? Да. Халка? А, поймали. Что, всех поймали? Серьезно, я один остался? Но у меня потрясающая нычка. Вы крысы, я что? Я что, зря висел все это время, чтобы ты меня нашел за секунду, блин? Ты крыса? Ты я крыса? Танец. А чё я видно танец. Было? Блин, я под мостом висел. Капец, ребят, вот это угарчик. Ты не мог, ладно. Не мог намекнуть, детка. В следующий раунд, ребят, спрячемся получше. Ну все, понятно. Халк, ты готов? Я готов. Железный человек, ты готов? Конечно, парни, я готов. Погнали. Ничего себе ты танцор, диско. А ты чё, по паутину пускай. Да, блин. Теперь у нас, короче, Танос, друзья, Егорыч, понимаете? А это значит, блин, что можно уезжать вообще далеко. Как бы вы ни спрятались, я вас по любасу найду. Потохните только, потохните, парни, вы чё? Ну, а как мы? Давай, Стрэндж, ты сильный, ты подтолкнёшь. Стрэндж, давай. Магией. Давай, Андрюх, толкай. Я могу только на себя. Давай, давай, работай, слышь. Давай, я тебя затащу. Давай, я боюсь воды, помогите. Тихо, мы едем уже. Тащи. А что мы вообще не палимся, да, парни? Ладно. Да ладно, а что, мы плывем? О, все, тихо, парни, нам вот туда. Парни, нам вот туда. Нам вот туда. Вот туда хочу. Нет, давайте туда. Давайте туда. На склады какие-то. Да. Ну давай, разворачивай. Настя, ты не палишься. Давай его выкинем. Кидай его. Я не знаю, что это такое. Отпусти меня. Да я плыву. Парни, мы застряли. Мы плывем. На мель сели. Выпрыгивай быстрее, вот это возможность есть. За лапку хватайся. Пацаны, помогите. Ну, ты тони, погоди. Пацаны, я здесь, я на острове сзади. Мысли, дурак. Капец, давайте ко мне. Так мы тонем. Так там можно ко мне. Да? Да. Ну все, мы плывем. Давайте в склады забегаем, парни. Склады, склады. Давай, быстрее. Все, забежали. Все. Склады. Все. А у нас парни. Мы готовы, да. А как он доберется, если лодка у нас, парни? А там же вроде еще были. Нормально. Парни, в смысле? Андрюх, мы здесь. А ты бегал, искал. Я не знал, думал, мы потеряли. Не, все, Егорыч, давай, ищи нас, Танос. Парни, я знаю, где вы. Тебе что, сейчас на прогиб кинуть? Не надо, Халк! Скину, блин. Халк, не надо. Халк, не надо. Парни, он где-то тут. Не надо. В смысле? Ну, вот видите, он... А, не, вон он, на другой лодке. Но он плывет к нашим контейнерам. Оу, нет. Ну да, кстати, он близок. Оу, нет. Он уже близко. Давайте в другой перебежим, давайте. Быстрее, тихо, в другой перебегайте, парни, в другой. Давай, о май гуднес. Руку дайте, руку. Бежим. Бежим, давай, Диман, руку тебе дай. В другой контейнер, быстрее. Давай, братишка. Ой-ой-ой, он сейчас заползнет. Давай, наверх. Давай, выше, чем выше, тем лучше, тем сильнее. Тихо, он ползет наверх. Егорыч. Да. Ползи. Давай, удачи, братан, у тебя ничего это. Ползи. Капец, он расстроится, парень, когда правду узнает. Да? Да я уже понял, правда что или ложь? Тут. А где вы? А где лодка? Я не знаю, где вы. Андрюха, ты что, рэпер, что ли? Да ладно, Егорыч, мы на том острове, на начальном, мы никуда не уходили, мы здесь специально патрулили. А, фига вы,
Йоу. Прикинь, йоу. Какая многоходовочка. Ладно, Егорыч, Егорыч, мы там, где маяки, вот честно. Не, ну да, 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 честно. Знаю тебя, я тебе доверяться не буду. Не, ну парень, ну докажите реально по-братски. Да. Так давайте на эту его лодку заберем. Да, 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 на корабль мы прыгаем. Парни, парни. Что? Воздуха нет, помогите, а, давай, 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 давай. Офигеть, давай. Я вообще не могу понять, где он. О, нашел, Крис. Нашел? Меня заспавнило. О, блин, прыгай в лодку, Андрюх. В лодку давай, погнали. Я шучу. Погнали. Давай. Тихо. Тихо, Андрюх, я упал. Погоди, Танос идет. Да ладно, мы от Таноса идем. И от бабушки ушел, и от Таноса уйду. Пацаны, меня заспавнило. О, все. У кислорода-то не было. До свидания. А мы с кайфом, мы с кайфом. Так это давай как Титаник ебать. Так, Бобби, тебя заспавнило или ты пошутил? Не-не-не, я пошутил. А, нормально. Давай. Инна, я. Меня заспавнило, парень. Да? Все, Бобис, да, короче, помощник Таноса, ладно, понятно. Я хотел вас сейчас поймать, но я обманул сам себя. Мисюки, чтобы вы перевернулись. Мы перевернулись. Мы перевернулись. Вон он стоит, Танос. Лодки заканчиваются. Надо было все лодки украсть, Андрюх. Так мы так все своровали, там, те лодки, которые остались, там плыть капец. Так они проиграли, получается. Все, а он правильно сделал, мне кажется, сейчас получится. Он сейчас утонет. А мы вот на лодку, Андрюх, и поплыли. Давай быстрей! Опа, плыви! Быстрей! Андрюх! Давай, давай! Давай! Братик, он затянулся на нашей лодке. Андрюх, ждем, ждем, сейчас прыгать будешь. Давай его, давай, давай его заспауним сейчас. Там Халк еще! Там Халк лезет! Прыгай, Андрюх! Давай! Погнали отсюда! Опа, поймал? Нет, в смысле? Нет, не поймал. Убегай, Андрюх. Давай, давай, братан. Блин, я их обвел вокруг пальца и сам себя обвел. Опа, 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 я всех тоже обманул, Андрюх. Я убегаю. За мной Бобби. Андрюха, где встретимся, братан? На лодке, на лодке. Я Танос обогнал, Андрюх. Братан, тут лодка есть, давай, колокольчик делаем. Андрюх, меня поймали. Как? Андрюх, все. Не ты знаю. Ты мне как брат, человек. Давай, брат, Андрюх, я с тобой. Оп, все. Да нет! Вот это, друзья, конечно, эпичный раунд. Ну что ж, на этом наш ролик заканчивается. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Подписывайтесь на все наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а с вами сегодня были Оверфоуни, Бобби и Егорыч. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки. Всем бай, пацаны.